Таня, мы улетаем из Таиланда. Всем привет! Сегодня мы летим в Бангкок. Это столица Таиланда. Мы улетаем с острова Самуи и летим в Бангкок. Давайте. Еще 3 дня мы побудем в Бангкоке, погуляем там, а потом полетим в Киев. Точно? Здорово! Смешные фруктики. Много здесь цветочков. Все такое красивое здесь. Бисик. Так. А там мы нашли игровую. Сейчас мы поставим наши чемоданчики, потом сходим прогуляемся. Кто в теремочке живет? Я! Ку-ку! Кто тут на горочку лезет? Никитка! Никитка! Ку-ку! Отдельно заказывали на сайте Bangkok Airways. Должна быть необычная. Давай посмотрим, что там. Ой, горячо. Да, горячо? Да. Сейчас, котенчик, смотри. Здесь я вижу какую-то вкусняшку. Это что-то горячее, это блюдо какое-то. Ой, сейчас только аккуратно. Сосисочки. Сосисочки. Кукуруза. Сосисочки, картошечка. Это я, честно говоря, плохо у тебя представляю. Это кетчуп и приборы. Да, вот так вот. Лететь нам 50 минут, а принести нам такую вкусняшку, да? Мы вроде выяснили, пусть здорово, что это такое. Это молочные таблетки, молочные конфетки какие-то. Ну, пробуй, Катя, что это за тайские молочные конфетки-таблетки. Ну, как по вкусу? Вкусно? На что похоже? На молоко. На молоко, да? Ну давай я попробую. Да, неплохо. Ты знаешь. Вот мы уже долетели до Бангкока. Такой огромный аэропорт. Далеко-далеко идти. Ты уже забрала чемоданы? Класс. Ну что, теперь поедем искать такси? Да. И поедем на нашу квартирку? Да. Здорово, мы в Бангкоке еще не были, это должно быть очень интересно, правда? Ты так поедешь? Да. Ну, класс. Нет, ура, поехали! Вот это класс, Катюша едет. Вот мы уже сели в наше такси. Сидят, вот такой классный такси-сервис. Много-много таксишек стоят с номерочками. Ты берешь талончик, и какой тебе такси попадет? Катюня! Теперь поедем на нашу квартиру. Вот мы приехали в наши апартаменты. У нас такое красивое здание. Потом вам покажу. Сейчас попробую. Вот такой красивый у нас домик. Пойдем смотреть, как там у нас внутри. Очень красиво тут все. Смотрите. Прям вот дворец какой-то. Вот.
красота. Прям лобби тут, прям гостиница. Вот. Покажешь нам, Катюша? Вот тут такой коридор, мы заходим, заходим. А тут большая такая комната. Комната-студия. С кухней такой большой, со столом большим красивым. Здесь туалет, гостевой душ. А кухня здесь вот такая классная, большая. С барной стойкой, куча всяких ящичков, тумбочек. Всего тут полно. И там вот стиральная машинка на балконе есть. Они часто на балконах делают стиральные машинки. Показывай, что тут еще есть. Так, сейчас нам Катюша покажет. Тут такой уголочек с телевизором. Это главная спальня. Тут такой гардеробный уголок. Куча шкафов, шкафов. Эй, ты где? Эй, ты где, Катя? Ку-ку! Покажи нам спальню. Вот такая большая, красивая спальня. Вот как тут много места. А тут ванная комната. Вот еще одна спальня. Это спальня поменьше. Но тоже очень ничего. Вот такая спальня. Здесь совместный туалет со второй спальней. Туалет и душ. Душ такой с подсветкой красивой. И вот тут еще третья спальня. Тоже маленькая. Вот такая вот красивая, милая спальня. Вот такая вот супер милая квартирка. Очень нам не нравится. Очень тут здорово. Много-много места. Класс. Наша квартирка находится в очень красивом комплексе. Смотрите, тут прям как гостиница. Целое лобби такое классное. Люстра такая шикарная. О, какая тут красотища. Пойдем гулять. И вот он, Бангкок. Где-то что-то строится все время, где-то что-то продают. Куча проводов, как всегда, висит. Мы пришли в торговый центр. Смотри, как тут красиво. Зелень прямо на балкончиках. И это торговый центр. Там даже какой-то вот павлины такие из цветов. Очень красиво. Вот мы поближе подошли. Вон там внизу что-то, батут, смотри, там батут есть внизу. Сходим обязательно, да. Сходим. Это водопад, смотрите, это водопад. Здорово. Вот это красота. Пойдем, Катюшенька? А это Бангкок. Вот он какой, Бангкок. Ой, это лавочка. Это не горка, это лавочка. Катюша, ух ты, что это? Ой, это конструктор Пеппа, класс. Смотрите, это конструктор Пеппа. Динозавр. Здорово. Динозавр. Где динозавр? Динозавр. Динозавр. Класс, смотрите, какой здесь магазинчик. Тут много всякой свинки Пеппы. И Шопкинса, и собачек. Да. О, какие огромные собачки. И щенячьего патруля. Посмотрите, Катюша, ну иди сюда. А здесь костюмчики всякие. Костюмчик Олафа, например. Не-не, это... И Золушка костюмчик. Большой маршал. Здорово. Пойдем конструктор покажу еще. Пойдем, смотри. Вот, смотри, свинка-конструктор. Я буду его тут собирать. Тут целый домик, тут есть паровозик даже. Я буду даже его собирать. Ты, а горка тут тоже, смотри, есть. Такие смешные они конструкторы, Пеппа Пик. Я буду собирать. Иду, юх. Шопкинс. Ой, много-много. Шопкинс. Это не Шопкинс, это Глициглобус. А это Шопкинс Глициглобус, да. Это Глици, помнишь, мы делали вот эти вот шарики, мы с тобой делали? Только с Шопкинсом, а вот это вот Шопкинс. Мега стенд Шопкинса. Это что? Это какие-то клевые сюрпризы. Вот что, мы можем купить сюрпризы. Хочешь? Да. Вот домик, в котором мы поселились. Он очень миленький. В таком красивом стиле. А тут еще даже есть детская площадка. Качельки. Такие здоровские. Их палочки наклоняют. Наклоняют, да. Так кататься класс. А вот это прикольная качелька.
Это качелька-лошадка, да? Садись. Можно вместе кататься. Да, можно вдвоем кататься на ней. Смотри, качелька-лошадка для двоих. Давай, смотри, горка, Никита. Ухи, прикольно. Так наша, железная, настоящая. Всем пока, ребята, и подписывайтесь на канал Кита ТВ. Пока-пока. Всем пока. До новых приключений в Бангкоке.